проверен доверием. Так позиционирует себя Ринвестбанк. На улице Галактионовская, 106А, открылся его первый самарский офис. Волнительный момент, но мы справились. Ринвестбанк – это самостоятельный региональный банк. Работает как с физическими, так и с юридическими лицами. 15 филиалов в 4 городах России – Рязань, Москва, Тула, Курск. Самара стала 5-й в этом списке. Мы всегда рады тем клиентам, которые приходят к нам новые, в новых регионах, которые мы открываем на сегодняшний день в тяжелой экономической ситуации. Но мы считаем, что это новый этап развития для банка, когда он утверждается как региональный банк. Мы понимаем, что мы оказываем большую часть услуг корпоративным клиентам. Это наша основная задача – развивать малый и средний бизнес. Одно из приоритетных направлений банка – предоставление услуг малому и среднему бизнесу. Юридическим лицам предлагают расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, банковские гарантии, а также зарплатные проекты и корпоративные карты. Слоган Ринвестбанка проверено доверием. В выборе банка для меня самое важное – это доверительные отношения. То, что тот человек, который руководит, возглавляет банк, его профессионализм, опыт, репутация. Открытие филиала в Самаре совпало с юбилеем. Ринвестбанк уже 20 лет работает на банковском рынке. Он основан в Рязани, где и находится головной офис.